В Мордовии подвели итоги пожароопасного периода. Управление МЧС сообщило, что на территории республики за 2023 год произошел рост количества пожаров на 27%, а гибель людей увеличилась на 43%. С апреля по октябрь зарегистрировали 1592 пожара, 1070 из которых установили на открытых территориях. Больше всего происшествий случилось в начале весны. Только в течение апреля пришлось тушить 966 возгораний. Количество пожаров за апрель месяц, да, у нас составляет, количество произошедших пожаров составляет порядка 40% от общего количества пожаров с начала года. В результате сжигания сухой травянистой растительности и мусора было повреждено и уничтожено 70 строений. Кроме того, в текущем году при сжигании травы у нас один человек получил ожоги и один человек погиб. К маю ситуацию удалось стабилизировать, в том числе благодаря профилактическим работам. Сотрудники проинструктировали более 258 тысяч граждан, проводили мониторинг населенных пунктов с помощью беспилотных летательных аппаратов. Также регулярно осуществлялись рейды, во время которых возбудили 196 административных правонарушений. С мая по октябрь зарегистрировали 919 пожаров. В лесах Мордовии ситуация намного лучше. С начала пожароопасного сезона в лесах республики лесные пожары не допущены. Республика Мордовия – единственный среди регионов Приволжского федерального округа, которому удалось в 2023 году на землях лесного фонда не допустить ни одного лесного пожара. В лесах устанавливали и обновляли шлагбаумы, аншлаги и плакаты. Прокладывали и восстанавливали противопожарные минерализованные полосы. Сотрудники лесничества регулярно патрулировали местности, а также использовали видеокамеры, с помощью которых осуществляется постоянный контроль 76 территорий лесного фонда. 146 дней. То есть 146 дней мы получили периоды, когда мы действительно должны были постоянно контролировать расчет, смотреть за тем, как изменяются эти показатели и, соответственно, доводить данную информацию уже до потребителей, до органов власти, управления, МЧС, которые уже реагируя на поступление информации по данной теме, уже принимают решение, что какие меры принимать. В начале сентября установили высокую пожарную опасность 5 класса на двух территориях – Саранска и Больших Березняков. Этот период продолжался 16 дней. В октябре была температура тоже выше нормы. И такие значения уже стали тенденцией, которая продолжит удивлять жителей республики. Вот ноябрь начался, и буквально первый день вчера, и вновь рекорд. То есть мы вновь перекрыли абсолютное максимальное значение, которое держалось с 1967 года, 56 лет, 13,8. Нет, сказал ноябрь, будет 16,6 теперь, на 1 ноября. Поэтому и такие значения у нас еще будут сохраняться, по крайней мере, до середины ноября. Ксения Бебинова, Павел Толобаев, «Наши новости».